Перекресток УТЦ, несмотря на все предпринятые меры безопасности, продолжает собирать свои жертвы. 9 июня в 17:40 на светофоре столкнулись автомашины Ford и BMW. По официальной информации, авария произошла в результате того, что водитель Форда при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу BMW, который двигался со встречного направления прямо. На место происшествия оперативно прибыли полиция, автоцистерна пожарной части номер 15, машина МЧС и скорая помощь. В результате ДТП пострадали 4 человека. Все они были доставлены в медико-санитарную часть номер 135, где им была оказана скорая медицинская помощь. Мы еще раз напоминаем, что соблюдение правил может сохранить не только вашу жизнь, но и жизни всех участников дорожного движения.